Всем привет, это Максим. Хочу рассказать вам о последних событиях своей жизни. Хочу начать с того, что очень рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать, взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком, в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а я толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей и решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену, отработаю как машина. Не получилось, закончилось все так, как мы все знаем, срывом концерта. Здесь не столько жаль там больших многомиллионных моих неустоек, сколько жаль моей ответственности, работы моих коллег, вашего отношения, уважения. Поэтому я все-таки пришла к тому, что вот это моя уже ставшая привычкой такая попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений, а я очень впечатлительная, от каких-то эмоций посредством алкоголя, они ни к чему не приводят. Более того, они приводят к большим потерям в конечном итоге. Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике уже долгое время. Меня поддерживают мои музыканты. Сегодня они тоже со мной здесь. Влад. Женек приезжает аж из Казани. Да, Стас, наш бас-гитарист. Это, конечно, не вся команда, вот те, кто сегодня приехали. На днях приезжали мои дети, они тоже меня очень поддерживают. Вообще, меня очень поддерживает моя семья. И я надеюсь, конечно, на вашу поддержку, потому что для меня было огромным шагом и решением приехать сюда по доброй воле и находиться здесь, и проходить лечение. И такой же огромный шаг сказать это вслух для вас. Ну что же, надеюсь на поддержку и понимание. Ваш Максим.